У артистки очень большая потребность в любви. Как у всех. О, ну что вы камере говорите? Как у всех. Мы же женщины более какие-то утонченные, чувственные. Когда вздохи остаются вздохами, можно понять сумасшествие любви. Кстати, мне привелось слушать эту оперу в исполнении Сирены де Ковар. Лет 15 назад, да, это так было. Но даже страшно, хоть я и вообще у меня никаких таких чувств. Не питаю к ней симпатии, нет, но она была великолепна. Рада от вас это слушать. Да. Но, к сожалению, буду любить его не воспринимала. Это потому, что она делала каким-то искусственным голосом. Нет, Сирена де Ковар прекрасная певица. Да, конечно. Незабываемая сопрано для тех, кто слышал ее самый лучший спектакль, ее который было много. Ее исполнение было очень неровным, понимаете? Но разве можно ее обвинять в этом? Бедняжка так любила радости жизни и ни в чем себе не отказывала. Она считала, что сексуальная гимнастика помогает. Сирена не пускала ни одного мужчину, который встречался ей на жизненном пути и всех укладывала к себе в постель. Разврать. Нет, ну что вы? Нет, ну что вы, исключительно для вас. Она была бы музыкальной, дисциплинированной. Она могла бы быть певицей номер один. Она, конечно, была самая талантливая из всех. Но ее беспорядочная жизнь привела к тому, что ей надо было бросить театр раньше времени. И все о ней забыли! Незаслуженно забыли. Если вот вы спросите у молодого человека, кто такая Сирена де Ковар, он сможет вам ответить. Но если вы спросите молодого человека, кто такая Норма Кверчолини, все скажут знаменитость. Обо всем, что касается музыки.
профессионал. Если мы говорим, что та или иная певица ту или иную оперу поет плохо,